Так, всем доброе утро. Ну вот, утром чуть-чуть голубей погонял. Видео особо не получилось. Вот уехал на поле. Уже где-то приблизительно в районе 2 с копейками километров. Ну и взял с собой коробочку. Вот Аслан мне помогал. Забрали мы 17 штук. Сейчас буду отсюда выпускать голубей. Давай, 17 штук. Полетят, не полетят, не знаю, что как полетит. Да переверни коробку. Все. Пошли. Посмотрим, кто из 17 штук прилетит домой. Вот они. Ну, какие-то не прилетят, да. Краснохвосты. Тут вот щекаты. Вот он лентяй. То в забой, то... Вот он ленится. Если не поднимется, значит не придет. Он часто начинает играть. Там еще какой-то дикий. Вот, а эта стая оборвалась и пошла. Чуть-чуть они полетели. Ну, правда, совсем в другую сторону от дома они пошли. Вот закручивает, вон там дикий. Опять здесь вот эти орлы, голуби дикарят. Он дикий играет. Это вот смотри, видишь, дикий этот... Нормально начинает. Это, по-моему, студентовский. Сергея. Вон они тут. Кувырки. Кто-то играет неплохо. Он белый. Не вижу. Я на солнце снимаю. Видно их нет. Но вот она стая. Та куча пошла. Вот они. Те начинают подниматься. Ну, в любом случае кто-то не прилетит. Вот эти вот щекатые, вот дикий сильно бьет. Вон он там. Те вон чисто и летают, и все. Краснорябая, которая прилетела ко мне залетная, ее тоже убрал. Улетает постоянно. И не знаю, ну вот, в общем, 17 штук. Не знаю, может быть будет минус, может быть кто-то прилетит. Так что посмотрим. Жалко там будет только щекатую и вот пару диких. Остальных мне не жалко. Вот они уже высоко, уже в поллета поднялись. Мотаются. Погода разъяснилась уже. Солнышко, я думаю, должны найти дом. Кто-то там играет. Мраморный. Так, остальных не видно. Вон он щекатый стоит, играет. Вот еще один белый. Не знаю, показываю, нет. И тем более щекатый в забой идет. Вон он там. В общем, вон они. Далековато. Ну, в общем, никак в сторону дома они не идут. Ну, посмотрим. Отсюда тяжелее намного лететь. Это уже другой поселок. Так что... Вот там летают. Ладно. Все. Всем удачи. Всем пока.